Какие курточки, прям глаза разбегаются. Иди ко мне. А вот такая сколько стоит? О, это из новой коллекции 19-го года. Ну, красота. О, новая? Да, 19-й год. Сколько она стоит? Такая где-то в районе 700-650. Ну, вы наполовину скидываете. Не, я вам говорю, уже такие... Вам скажут, тарифы, да. Скажут, ну, они это скидки делают, да? Конечно, конечно. Вы в цене одна, две, три вещи меняет цену автоматически. Да, лучше бы я бы здесь взяла, а то я взяла в Харгосе. Сезона, знаете Харгос? Да. Харгос знаете? Харгос это... Китай, да. Китай. Китай. Граница Китай. Граница, Китай. Да. Я взяла там две такие. Лет 12 как переехал, сюда в Турции живу. Я один из турков мискитицев, которые жили у вас. Классные вещи живу, вообще. Да. Суперские. Не сравнить с китайскими, конечно. Ну, согласен. Но это все турецкое здесь у нас. И ну, турецкое вообще качественное. Знаете, качество турецкое такое бывает, правильно? Угу. Девочки, я вам так скажу, извините, что я девочками назвал, но вы молодые. Конечно, мы рады. Конечно, девочки. Мы всегда девочки. Я снимаю, вы пока говорите. Да. Вот такая курточка классная. Возле недалеко. Сюда ехать всего лишь минут 15. Это недолго, это недалеко. Цены. Это вас не обязывает, не привязывает никакой. В районах 400 долларов. Всего лишь 3 недели. Но они скидываются. Вот такая замечательная курточка. Делают вам доступные цены. Вам на уступку идут... А насколько? Насколько, как вам сказать? Это 1990. А почему здесь такие дорогие цены? Так, вы торгуете, у нас торговаться принято. А вот эта куртка сколько стоит? Тут написано 2000 евро. На этикете это на европейцев еще. А-а-а. Да, скандинавцы, европейцы. Есть такие люди, которые... А для нас? Я думаю, за 250 вам отдадут здесь. Раз. Нет, раз. Классные вещи турецкие. Так что кому нужны стильные вещи, приезжайте в Турцию. Мы привыкли торговаться. Вы лучше меня знаете, как, что, где, для чего. Вот у нас сегодня воскресенье, девушки. Акция идет. А как у вас фирма называется? Понто. Понто. У нас сейчас 60% скидка в воскресенье. Босс со Стамбула приехал, сейчас он у кассы сидит. Угу. Поужинайте. Вечером после ужина. Поездка все равно бесплатно. Съездите, прогуляйтесь. Я сейчас вам выпишу скидочную карту. Угу. На 60% скидки. Это по воскресеньям у нас сегодня. Так это сегодня надо ехать, что ли? Да, сегодня после ужина попробуем. Вот это вот Света. Она у нас преподает йогу. Наша старшая. Под ее руководством мы все успешно занимаемся йогой. Ага. Это вот Рая. Рая, помашите ручкой. Привет передавайте подписчикам. Скажите, здравствуйте, дорогие подписчики. А к кому обращаться? Ну, сюда смотрите, вот сюда. Нет. Просто говорите, здравствуйте, подписчики. Здравствуйте, скажите, подписчики. А, передаю подписчики. Да. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я очень рада с вами знакомиться. Я желаю вам дальнейших успехов, чтобы вы были знаменитыми не только в нашей стране, но и в других странах. Ой, молодец, спасибо большое. А вы что скажете? Пожелаю всем здоровья, будьте здоровы и счастливы. Ой, спасибо большое. Вот, дорогие мои подписчики, девочки, я познакомила вас со своими подружками. Мы вас очень любим. Привет из Турции. Да, вот передаю. Сейчас мы поедем в магазин меховых и кожаных изделий. Понто МК. Понто МК, запомните это. Только не изделия. Как не изделия? Только не вещи. А там почему мы снимали? Нам разрешили? Там разрешено, в магазине нет. Это на Ютуб, вам же реклама. Нельзя? Ну, рекламы у нас достаточно, как бы, ну, проходите. Она же по всему миру известна, да? Конечно. Фирма, ну, тем более. Пожалуйста, проходите.
Punto.mk фирма. О, здесь музыка. Конечно, можно. О, сколько, сколько вещей, много здесь. Стильных вещей, да, много? Пожалуйста. В общем, смотрите, на этом этаже только женская зимняя одежда. Ага. Мы начинаем у нас шубы, дубленки, пальто кашемировые, астраган, если вы слышали. Астраган – это высший сорт каракуля, это новый товар. Как бы сейчас считается очень модным, молодая каракульча. И все, что для мужчин. Для мужчин тоже есть. Вот смотрите, здесь полностью все для женщин зимние, а на третьем этаже у нас кожаный салон. Мужские куртки, мужские дубленки, женские курточки, плащи, кардиганы, все что угодно там, осень-весна наверху. Смотрите, насчет цены. На ценниках, которая цена написана, она не для Казахстана. Сразу предупреждаю, потому что я вас сразу спросила. Да, 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 да. Он если что-то понравится, сказал мы говорим нормальные, тоже. Реальные цены. Ага. Если, допустим, как система понравилась, отложили, присели, поторговались, как принято в Турции, вы знаете систему нашу. Любое предложение, да, выслушиваем. Что еще хочу сказать? Любая форма оплаты. Даже ваши деньги принимаются. Да, да. Она... Здесь вот такие замечательные кожаные куртки, парки, отороченные мехом. И Света решила купить себе красную кожаную куртку. Она ей очень к лицу. Такая вот двухсторонняя. Снаружи красная кожа, а изнутри чистая натуралка. Короче, эту куртку за эту куртку предлагает $800. Но мы яростно торговались, и нам ее уступили за $700. Даже не за 700, а за $650. Такая отличная. Где-то $800 стоит. Тут разнообразные кожаные вот. Ой, это вообще красиво. Только назад поверните, задом. Какая вообще красиво. Но она бы чуть-чуть подлиннее она была. Она стоит где-то вот... $600. Вот это наш отель. Дельфин Ботаник Платинум. 5 звезд. Вот мы сейчас приехали с магазина. С магазина кожи и меха. И сделали кое-какие покупки. Света купила курточку крутую за $700. Я взяла вот чемодан. Вот чемодан мы катим. Потом взяла кофточку и кошелек Михаил Коп. А Рая взяла коврик для ванны. Тоже симпатичный коврик. Торговались за $6. Я чемодан взяла за $100. За $106. И мне в подарок дали кофточку, классную кофточку. Это все вещи фирменные турецкие. И фирменный кошелек Михаил Кокс. Куда мы идем? А, на ресепшн мы же хотели спросить. А? Всем доброе утро. Пришли вот заниматься в тренажерный зал. Хотели позаниматься йогой, но здесь нету оказа ковриков. Так что будем сейчас бегать на беговых дорожках. Немножко растрясем жирок, потом искупаемся в бассейне и пойдем на завтрак. Сейчас мы позанимались в тренажерном зале. Я аж вся взмокла. 13 минут бегала. Бегала со скоростью 6 километров в час. Пришли вот в бассейн крытый. Девчонки здесь разделись, сейчас будем заниматься йогой под руководством Светы. А затем окунемся в бассейн и пойдем на завтрак. Вас же можно снимать? Конечно, можно. О, а то мы пошли в магазин, сказали, нет, у нас нельзя снимать. За память, снимите. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала вас запишем.
Вы венчик получите? Ангел, это 7 минут? Дельфин Ботаник. Квитанцию? Квитанцию дать? Да, да, да. Квитанцию покажете лучше. О, куда я ее положила? А вот. Дельфин Ботаник. А, здесь часы, что ли? На троих. Угу. На троих? Да, 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 да. Один на троих. Возьмите и проверите. А что это? А что это? Просто бейджик, держите. Вот это мне легко. Здравствуйте. Здравствуйте. Где же часы? Пожалуйста, сюда, уважаемая. Рая, вам же надо часы. Нет, бриллианты там, а вы сейчас. А что сказали, можно? Нельзя? Ну ладно. Красивая. Очень красивая. Смотрите, в таком восточном стиле. Диванчик такой. Картина такая вот. Мебель. Турецкая. Это мебель? А? Мебель продается здесь? Нет, просто сказали нам сесть. Сейчас будут рассказывать. А-а-а. Будем рассказывать, да, да, хорошо. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь, я вам дам краткую информацию. Угу. Располагайтесь, как вам удобно, уважаемые гости. Как ваши дела? Как ваш отпуск проходит? Ой, хорошо. Хорошо. Довольны. Отдыхать не работать. Да, отдыхать всегда хорошо. Да. Уважаемые гости, вы находитесь в ювелирном центре. Я надеюсь, вас всех золото интересует. Не интересует, да? Ваш шоп-тур, текстиль, кожаный, ювелирный. Больше всего, что вас интересовало? Ну, вы же захотели сами. Что вас интересует? Ну, просто посмотреть. Просто посмотреть. Что-то нас... А вдруг, да, что-то... Ну, вот именно. За что-то и клюнем. Вот именно. Золото просто оно, видите, у нас таких денег нет, чтобы золото сейчас прям купить. Ага. Вот. Часы просто у вас... посмотрим. Часы у вас тут сильно дорогие, наверное. Часы от 150-200 долларов и выше. Это ага. Дорого для вас? Конечно. Ну, тогда о чем будем говорить? У нас золото начинает отступать. Ну да, золото, поэтому. Короче, привезли нас вот этот магазин зачем-то ювелирный. Хотя мы ничего не намеряемся покупать. Ни золото, ни часы. Ждем вот автобус. Сейчас отправят нас в магазин текстильных изделий. А здесь вот лежит кошечка, да? Киска. На. Ирисочка. Она лежит, такая смирная, смирная. Да, киска? И киски у них турецкие, все необычные. Такие смирные все, да? Такие покладистые. Лежишь, отдыхаешь, да? Кайф здесь тебе? Кайф. Вечное лето, да? Ой. Здесь такие статуи львов. Там какая-то кафешка. Текстиль. Текстиль? Значит, здесь где-то. Что ты? Значит, есть текстиль. Видишь? Ну ладно. Посмотрим здесь улицу их. Вот такая. Обширная улица, это Алания, центр Алании. Олимпия. Олимпия Джевер называется. Ювелирный салон. Сейчас ждем вот транспорт до следующего магазина. Приехали. Приехали. До текстильного магазина. Так быстро. Можно было пешком пройти. Не говори. Большой торговый центр. Макс Микс называется. Огромнейший. Привезли вас в самый ужасный магазин. Заходим в торговый центр. На улице прохладно, дует такой ветерочек. Здесь распродажа, все по 5 долларов. Это рахат лукум. 5 коробок, 5 долларов. Поближе проходите. А чего здесь коробка? Это рахат лукум. Я расскажу. Послушайте, здравствуйте всем. Здравствуйте. Смотрите, 5 этажей у нас работают, 2 этажа внизу работают и 3 этажа наверх. Отсюда вниз спускаете, сразу на минус первая мужская одежда, все для мужчин.
Еще ниже спускаете, женская одежда, все для женщин. На этом этаже там касса одна общая, на все этажи, здесь все детские одежда. Угу. Этажом выше домашний текстиль, постельное покрывало, одеяло, подушка, все будет этажом выше. И последний этаж, сувениры, магнитики, игрушки, сладости, чай, кофе, оливковое масло, вино. Вино и сладости можно попробовать бесплатно. Угу. Вот здесь чемоданы. Чемоданы $45. Ну, они хуже качества, чем я взяла. Нет, твой лучше. Да, конечно. Твой да вообще. Такой, наверное, да? Нет. Он совсем другой. Здесь детские. Ой, какие для маля-пусиков. Какие прелесть. Сколько стоит? Булочки турецкие. $3. Мужские. Вот олимпийки. $20. Это мужские, что ли? Ну, или? Да, это мужской весь отдел. Это весь мужской отдел. Опять ремни, чемоданы здесь. Джинсы. Футболочки. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть такие кофточки это, мужские с воротничком синего цвета, темного? Трикотажные. Лет? А? Сколько лет? Сколько лет? Old man. Старый. Ну ему сколько? 60 с лишним. Размер 50, 52, наверное, скорее всего. 50, 52, да? 52, да, 54, скорее всего. 54. Ну покажите 54. Кофточка. Кофта? Да, трикотажная. Пока хотите, смотрите. Ладно, мы сами. Вот такие сколько стоят? $25. Это у вас... $23 отдали. Ну там нам дали карточку скидочную. Да, я знаю, отдали. $23 отдали. А там же 70%. 50 плюс 20, 70% скидка. А. Так что тоже хорошая. Ясно. Смотри, какая хорошая. Хорошая? Возьмите внуку. Нет, а? Он, мне мала. Мала ему будет. Ему мала? Мало я большой размер отдам, проблем нету. Не да. Надо. Возьми к себе. Не надо, не надо. Не надо? Короче, распродажа ему здесь. Ему еще не угодишь, он сам себе покупает. Вот такие штаны. Лишь бы деньги ему дали. 378 лир, но отсюда идет 70% скидка. И такие спортивные костюмы, классные вообще. Ты хотела спортивный? Ну, это мужские. Это мужское. Это сколько стоит спортивный костюм? Ой, что-то не вижу здесь. Цены нету. Ой, в общем, вот такой костюм. Тоже классненький. Угу. 632 лир стоит костюм. Минус 70%. Ну, он у меня просил кофточку. А здесь все эти олимпийки. Ну, олимпийки, мне кажется, разницы нет. Женские, мужские. Да. Цвета. Я знаю. Вон они. Целая куча этих олимпийок. Голубая не пойдет. Мне надо зеленую, темную. А красную? Это какой цвет? Черный. А вот красная, смотрите. Не хотите вот такую? Красная, красивая. Красивая. Вы же любите красную? Да. Да. Вот. Ну, у меня все красное, хочу темно-зеленую. Я все красный. А вот они рубашки. Так, вот такая рубашка. Стоит 259 лир. Минус наша скидочная карточка. 70%. Сейчас надо посмотреть. Вот здесь много всяких рубашек. Вот здесь женский отдел. Вот такие футболочки. Ой, какая красивая. Стоит 257 лир. Но они хорошо уступают. Где-то могут красивые. Отдать в пределах 20, а может даже и дешевле. Я как галка. Люблю все такое. Так, вот это. Тут не надо. Кофточки такие теплые. 302 лира. Ну, везде они делают скидки на все товары. Вот такая 340. Ручки. 340 лир. Ручки.
Интересная такая кофточка. Ну-ка покажите рисуночек. Вот такой рисунок здесь. Объемный. Сумка вроде отдельно. Да. Вот такой рисуночек. Вот видите, типа кармашка здесь. Очень все красиво. Вот такая в темном варианте. Это на бусинках, это не кармашек. Угу. Вот разные тут цвета. Ну красивые. В общем, все вещи здесь, конечно, супер, классные. И джинсы всякие. Спортивные надо. И тут такие рваные. Рванье. 665 лир стоит. Вот такие кофточки с капюшоном. Вот такие. Стоит 567 лир. Вот такая кофта. Кофта или толстовка, скорее всего. 567 лир. Мне надо какую-нибудь на замочках. Джинсы хорошие. Джинсы. Вот, 15 долларов. А? Джинсы, 15 долларов. 15 долларов. Что вы там считаете? Вы неправильно считаете. Подожди, пожалуйста. Вы продаете? Вы же не продаете, вы же покупатель. Да? А вы что, не покупатель или торгуете? Нет, я думала, просто вы предлагаете, а я смотрю, вы покупатель. Вы не русская девушка? Нет, конечно. А тебя как зовут? Прекрасные такие олимпийки. Очень недорогие. Потому что они турецкие, не китайские. Они стоят в пределах 20 долларов. Вот такие сумочки. Цены указаны дорогие, но это цены для европейцев, а нам это не делают хорошие скидки. Такая замечательная сумочка бежевая. Вот эти сумки немножко подороже. Это чисто кожаные сумки. Вот, допустим, вот это 3800 лир. Но также они делают скидки и примерно где-то стоит такая сумка вот красная 40 долларов. Вот эти, вот эта стойка с кожаными сумочками. Видите, такая замечательная сумка. Сумка под кожу рептилий. Центре огромнейшие, начиная от мелких кошельков и кончая шубами. Вот такие вот замечательные сумочки голубенькие. 730 лир. Но они нам отдают где-то за 20 долларов. Вот эта серенькая сумочка тоже очень симпатичная. Также здесь всевозможные портмоне, кошельки, тоже в таких же пределах 20-30 долларов. Разных расцветок и разных форм. Дальше вот этот сувенирный отдел, где можно прикупить подарочки для родственников, для своих друзей и знакомых. Здесь вот распродажа, допустим, вот это вот 6 долларов стоит рахат лукум. Вот в этом пакетике две коробочки рахата лукума. Вот этот джем. Джем стоит 40 долларов, он немножко подороже, потому что это натуральный продукт. Вот такая баночка, пожалуйста, 40 долларов.
Также здесь оливковое масло. Можно купить очень дешево. Допустим, вот эта литровая банка стоит $5. Очень хорошее масло у них, оливковое. Есть также в пластиковых бутылочках. Вот, допустим, пол-литровая бутылочка стоит $3. Это масло очень хорошее, первого отжима. И вот такие вот литровые баночки с маслом. Они по $5. Вот такие сувенирные бочонки. Здесь тоже оливковое масло. Тоже это все распродажа. Стоит $7. Вот это вот чай разный. Тут есть яблочный чай, гранатовый, с мангустина. В общем, великое множество и разнообразие чаев. Тоже все очень недорого. По акции. Вот такая упаковочка. Там два чая стоят $5. Также их знаменитый рахат лукум, который килограмм стоит $20. Очень вкусный этот рахат лукум. Когда я приезжаю, я обязательно беру вот такую вот сладость турецкую. Они разных цветов также. Есть шоколадные, есть с миндалем, с орешками. В общем, великое множество. Также здесь халва. Затем вот это специи. Черный перец, там кардамон. Ну, всякая всячина там. И карри там. Вот такая одна упаковка по акции стоит $7. И халва по $3. Халва $3 стоит. Вот такая халва. Это $5. Распродажа везде. $3. Распродажа $5. Чай.